Меня зовут Оги Пулман. На следующей неделе я иду в 5-й класс. Я еще никогда не был в школе, и поэтому мне ужасно страшно. Увидимся. Оги, с родителями приходить считается не круто. Но ты же крутой. Да, я крутой. Знаешь, сынок, отцы разные бывают. И шлем давай снимем. Боже, только бы его не обижали. Я не такой, как все. Мне сделали 27 операций, чтобы я мог без аппарата дышать, видеть, слышать. Но я все равно отличаюсь от остальных. Инкубатор, горелка Бунзена. О, а это губка для стирания. Он знает, что это такое. Гляньте-ка, впервые вижу такого уродца. Если бы я был таким, всегда бы ходил в капюшоне. А мне нравится твое лицо. Ты же мой сын. Ты не уродец, Оги. Ты так говоришь, потому что ты моя мама!